Повторная попытка. И снова хорошо видит Житевский. Это добивание, похоже, будет на Сиёнок. Дронов выходит из ворот. Надо возвращаться, наверное, ворота пустые. И бьет рука. Это гол! Айда Жбанников, а! Какой красавец! Как будто уже 15 лет играет в сборной Бразилии и знает, что делать в таких ситуациях. Посмотрел, увидел, что Дронов убежал от ворота. Я говорил о том, что надо вернуться Дронову в ворота. Но я не думал, что Жбанников возьмет и так все сейчас исполнит. Браво!